Конаковская служба занятости населения отмечает юбилей. Ровно 25 лет назад центр начал свою работу. Его значение для горожан переоценить или недооценить невозможно, особенно в непростую экономическую ситуацию последних лет. Благодаря центру сотни конаковцев смогли устроиться на новое место работы, получить дополнительное образование и даже открыть свое дело. С праздником работников центра пришли поздравить представители местной власти. Хотелось бы, конечно, чтобы та ответственность и тот подход, который вы осуществляете к своей работе, продолжался и дальше, чтобы внимание к людям у вас не ослабевало, значит, чтобы вы и дальше любили наших горожан, но они вас, естественно, тоже любят за то, что вы им помогаете. Спасибо вам, ну и в честь этого праздника разрешите вручить приветственный адрес Марину Ложину, цветы, ну и знак наш, символ Конаковский. За добросовестный труд сотрудники были награждены грамотами. А от губернатора Тверской области наш центр получил благодарственное письмо за образцовое выполнение должностных обязанностей и значительные достижения в работе. За годы работы служба помогла тысячам жителей города и района в трудоустройстве, в профориентации и консультации. Последние годы центр успешно работает по антикризисной программе и показывает неплохие результаты. Впереди внедрение новых программ, которые также помогут безработным конаковцам реализовать себя.